Я проживала в этом доме всю свою сознательную жизнь, с рождения и по сей момент. За последний буквально месяц-полтора дома горят, как спички, наверное. В день пожара у нас приезжали родственники с севера. Мы только спать легли. Через 3 минуты мы соскочили, потому что прибежали и уже кричали, что пожар, горим, быстрее выбегайте из дома. Вот в чем были, в том и выбежали. В течение 3 минут у нас уже шифер трещал. И это, конечно, страшно. Это очень страшно. Не дай бог пережить. После пожара нас переселили в гостиницу, но дали нам всего 60 дней. Мы сейчас остались без собственности, без вещей, без всего. Я не знаю, как мы будем дальше жить. Все пожары, по моему мнению, начинали гореть со входа. В ноябре с 1 на 2 загорелся по 178 дом по улице Амурской, рядом с моим домом. Мы поняли, что это поджоги. Все поджоги происходят ночью, поэтому мы организовались здесь, вот все наши жители организовались. Мы по часам разбили, значит, график дежурств и, начиная, значит, с вечернего времени до самого утра дежурим. Но мы хотели бы, чтобы дежурство осуществляли и органы внутренних дел.